Период в основном такие сложности, это как очистка, уборка снега, намерзание, приходится пропаривать монолит, каркасы. Строители сейчас ведут монтаж опалубки, стен колонн первого этажа, также монтаж опалубки, перекрытие подвала, армирование подвала. На этапе монтажа тепловые сети и ливневая канализация. На объекте сейчас 110 человек, это на сетях, на липных работах, подвальные люди работают. Котелки, приступим. Мы когда смещаем школу? А у них в контракте, они параллельно назначают, у них все это в контракте. Полностью мебель, инженерные все коммуникации. Поставьте мне тогда в график 9-го, у нас 9-го, да, первый рабочий? 9-го, первый рабочий день. Да, ну 9-го, 10-го там вторник. Сюда приезжай, да? Надо контролировать строго. Переживания, все будет выполнено в сроки, которые указаны в контакте. В декабре школа будет ведена, гарантированно.